На конкурс дети читают стихи. Богомазова Катя, 12 лет. Автор Цицулина Ирина. Говори, отец, говори. Говори, отец, говори. Говори, отец, до зари. Расскажи, отец, о войне. Будет больно и страшно мне. Не щади меня, не щади. Вновь в атаку, отец, иди ошалелым от ран юнцом. Недоучкою, сорванцом. Говори, отец, не молчи. Вновь от ужаса закричи, к сырой земле припади. Не щади меня, не щади. Я хочу обо всем узнать, как ты падал и шел опять, как гранату в руках сжимал, как письмо ты напрасно ждал. Говори, отец, о войне. Это нужно и важно мне. Только он